مغلوب دیه یازلده من تقدر مکتوب ده خیانت که ینگلدم به وفا یار قولده او سینده نازگسی یو یورگم مزسی یو سن کارش لنج ده یشیده لیکن اونو دل ده سی یو ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 endi yonimda yo'q 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 sevgiga ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 endi yonimda yo'q yo'q Что? Ты до сих пор не спишь? Ой, у тебя голова не болит? Болит немного, но мне лучше, не переживайте. Хорошо, хорошо. Да, завтра я перевезу Юлдуз на нашу дачу. Ну? Будем лечить ее там. Я найму кого-нибудь, чтобы ухаживать за ней. И нужных докторов тоже найдем. По-моему, так будет лучше, да? Тогда и Офат ничего не узнает о Юлдузе. Вы всегда принимаете правильное решение, дорогой. Да. А, кстати, ой, голова. Эй. Принимай свои лекарства. Я принимаю. Все равно немного болит. Этот, дорогой, это... Я... Говори быстрее. Хотела кое-что сказать вам. Ну, говори. Сейчас скажу. Это... Ваша невестка... Это... Она не беременна. Что? Ты... Что говоришь? Ведь осмотр проводила твоя подруга. Слушай, или что-то произошло с ребенком? Нет. А что тогда? Если честно, она и не была беременной. Мы с подругой придумали это, чтобы сохранить семью нашего сына. Вот я сразу хотела вам об этом сказать, но сложились разные обстоятельства. Вот так вот. Эй, ты, глупая женщина. Кому нужна была такая ложь, а? Дорогой, я просто хотела сохранить семью моего сына. Я не имела в виду ничего плохого, вы видели. Я должна была заставить сына забыть сорвинос. Что только не произошло из-за этой сорвинос. Теперь все вышло наружу. Дорогой, вы только не переживайте. Я чувствую, что скоро у нас будет внук или внучка. Я чувствую. Поверьте мне, дорогой. Глупая женщина. Ой, ой, голова болит. Ну и у тебя голова. Как бы дать тебе по голове? Малика, мы уже давно вместе. Мы давно уже муж с женой. Сейчас я подумал о том, в какой степени мы доверяем друг другу. Не поняла. В каком смысле? В смысле доверия. Доверяешь ли ты мне? И могу ли я тебе доверять? Ну?
Умитаке, я вас не понимаю. Ты меня не обманешь, не так ли? Зачем мне обманывать? Я хочу, чтобы мы полностью доверяли друг другу. Я не хочу, чтобы мы обманывали друг друга. Пусть между нами совсем не будет лжи. И потом, что бы ни было, давай сейчас поговорим откровенно. У тебя есть какой-нибудь секрет от меня? Малика, что бы ты ни сказала, я тебя прощу. Ну? Что вы хотите, чтобы я сказала? Вы же все и так знаете. Я ничего от вас не скрываю. Это точно? Хорошо. Просто я хотел уточнить для себя. Очень хорошо. Умитаке. Да. Спокойной ночи. Нургуль, зачем я вошла сюда? Нургуль, глупая. Что вы здесь делаете? Нургуль не виновата. Я ее попросил. Какая разница? Сегодня моя свадьба. Если нас увидит Шахзотакя, нам не сдобровать. Сорви нос. Не нервничай. Все. Прошу тебя, выслушай меня. Причиной того, что ты отреклась от меня, является беременность Малики, да? Ты приняла это решение после того, как узнала о беременности Малики, не так ли? Это не так. Об этом я узнала позже. Умитаке, все осталось в прошлом. Теперь мы должны думать о тех, кто рядом с нами. Мы должны сделать их счастливыми, думать о наших близких. Я хочу, чтобы вы до конца были счастливы с Маликой. Значит, ты выбрала Шахзоду. Ты хочешь связать свою жизнь с ним? Угу. Я люблю его. Мы будем счастливы. Наши с вами пути разошлись. Желаю вам счастья. Прощайте. Ты тоже будь счастлива. Thank you.
оказалась предательницей. Как я этого раньше не замечала? Почему она так поступила? Почему? Саринос, ты разговариваешь сама с собой? Ничего, я так... Я подумала... Может, я и вправду обидела Лобар. Я сама этого не заметила. Но поверьте мне, я этого не хотела. Я тебе верю. Ну так сложились обстоятельства. Если я виновата, я сейчас же попрошу прощения, Лобар. Я все ей объясню. Ты это хорошо подумала. Будет хорошо, если ты так поступишь. Если я пойду против бабушки Афат, и она заметит это, она точно начнет действовать против меня. Моя семья до сих пор у нее. Если я пойду против нее, может быть, я верну свою семью? Я не хочу быть подлым по отношению к Собраке. Это будет... очень некрасиво и нечестно. А бабушка Афат давно забыла о чести. В этот раз я хочу быть на стороне справедливости. Лучше я соглашусь с предложением Собраке. Дорогой, почему вы загрустили после отъезда дочерей? Вы до сих пор думаете о происшедшем? Я все думаю, что случилось с рукой Сарвинос. Почему она обожглась? Сарвинос всегда была внимательна. Почему-то мне не верится в ее слова. Или это дело рук Офат? Да нет, не может быть, дорогой. Ведь Сарвинос все рассказала. Если бы это было дело рук бабушки Офат, то Шахзод бы не молчал бы. Может, Сарвинос сказала так, жалея нас? Чтобы мы не переживали. Это не так, дорогой. Она ведь молодая невестка. Наверное, вначале переживала. Вы помните, когда я была молодой невесткой? Сколько раз обжигала руку? Хватит, перестаньте думать об этом. Может быть, я излишне переживаю. Ты поговорила с Малякой? Как ее свекровь? Да, поговорила. Но мы разговаривали недолго. У них все хорошо. Не обязательно ездить туда. Тогда хорошо. Лобар, постойте. Что вы хотите? Я хочу попросить у вас прощения за сегодняшнее.
Если я обидела вас, простите меня. Я имела в виду совсем другое. Наверное, я не смогла объяснить. Человек, который просит прощения, все время будет повторять свой поступок. Просить прощения легко. Значит, можно еще повторить и ошибку, да? Нет. Просто человек не меняется. Я не такой человек. Если я совершаю ошибку, я ее стараюсь исправить. Да что вы? Простите меня. Больше не повторите такое недоразумение. Посмотрим. Что я делаю? Я сам не понимаю, чего я хочу. Я хочу отомстить. Но хочу ли я отомстить Малике? Говорят, тот, кто идет против судьбы, в итоге проигрывает. Неужели я буду продолжать мстить, зная, что проиграю? Может быть, она отреклась от меня? Почему я не могу отречься от нее? Малика! Как вы? Угу. Отвернитесь. Почему, глупышка? Я купила вам подарок. Я спрячу его в кулак, а вы найдете. Хорошо. А если не найду? Не дашь? Перестаньте болтать, отвернитесь. Ну же. Сейчас, вот. Смотрите. Смотреть? Нет, не смотрите. В правой руке или в левой? Не смотрите! Ладно, пусть будет в левой. Ну-ка. О! Это подарок? Это вам. Что это? Это медвежонок. Просто подарок на память. Каждый раз, когда вы будете на него смотреть, будете вспоминать меня. Если вдруг когда-нибудь у вас будет плохое настроение, смотрите на этого медвежонка. И что, тогда он поднимет мне мое настроение? Да. Напомнит вам обо мне, и у вас поднимется настроение. А, ну-ка, ну-ка. Подождите. Теперь подарок будет полным. Вам... Надо только долго смотреть на него, и вы забудете о всех неприятностях. Малика. Да? Мне кажется, я сделала что-то такое, что понравилось Аллаху. Почему вы так говорите? Потому что он мне дал тебя. Я люблю Малику или ненавижу ее? Что я делаю вообще? Неужели я не могу забыть ее? Я просто должен забыть ее. Хорошо, что я извинилась перед Лобар. Завтра я должна увидеться с Нургуль. Попрошу, чтобы она ответила за все. Значит, она с самого начала была моим врагом, а я и не замечала этого. Сарвинос, Шахзод звонит мне. Он говорит, если ты не поговоришь с ним, он войдет в дом. Что? Поговори. Алло? Сарвинос, почему ты не отвечаешь на мои звонки? Сегодня моя свадьба. Я же все объяснила вам. Что вы еще хотите? Прошу тебя, Сарвинос. Давай поговорим в последний раз. Шахзотаке, прошу вас. Оставьте меня в покое. Я так легко не откажусь от своей любви. Прошу, выйди хоть на пару минут. Нет, никогда. Уходите.
Если ты не выйдешь, я зайду в дом и остановлю твою свадьбу. Ты увидишь, в каком состоянии окажется твой жених. Давай, поговорим в последний раз, выходи. Что он сказал? Все то же самое. Говорит, что расстроит мою свадьбу. Он с ума сошел? Что будем делать? Отец убьет меня. Нет, нет. Сорви нос. До прихода жениха еще есть время. Может быть, выйдешь и поговоришь, а? А? Дома столько гостей. Как я выйду в таком состоянии? Тогда что нам делать? Ты же хорошо знаешь его характер. Если ты согласна, что-нибудь придумаем, а? Я не хочу, чтобы твоя свадьба расстроилась. Нургуль, ты тоже ответишь за каждый свой поступок. Лабар, ты все? Мама, это вы? Что я? Ничего, просто я... Ты приготовила завтрак? Да, почти приготовила. Я сейчас вынесу. Хорошо, я пока буду накрывать на стол. Шевелись. Хорошо. Эй, как ты, Занобар? Папочка? Да. Как себя чувствуешь? Хорошо, я в порядке. Если до сих пор болит голова, идем, сходим к врачу. Мамочка? Не обязательно. Спасибо, дочка. Со мной все хорошо, дорогой. Хорошо. Ну, сама знаешь. Если будешь чувствовать себя плохо, ты скажи. Сходим к врачу. Хорошо, скажу. Пейте чай. Тогда я сегодня отвезу Юлдуза на дачу. Папочка, кто будет за ней там смотреть? Ведь она психически больна. По-моему, кто-то должен о ней заботиться. Да. Вы не беспокойтесь об этом. Я все обдумал. Если будет необходимо, я покажу ее к врачу. Не переживайте за это. Да. Понятно. Короче говоря, я решу сегодня все это. Хорошо. Папа. Решите сегодня вопрос с сотрудничеством с этим Тимуром. Нужно быстрее. Быстрее отказаться от этого. Сотрудничество? Сабиракел, у меня есть к вам просьба. Слушаю. Я брат Тимура. Брат того парня, который выпал с вашего окна. Ну? Мой брат пришел в себя.
Он обижен на Умида, на Малику, на всю вашу семью. Он молод, хочет отомстить, но я этого не хочу. Я кое-что задумал, но мне нужна ваша помощь. Угу. Хорошо. Что я должен сделать? Я сделаю вид, что помогаю брату, и как будто закрою глаза на то, что он хочет отомстить. Вы как будто бы согласитесь сотрудничать с ним. Мы составим фальшивые документы. Может быть, настоящие. В общем, когда он придет к вам, вы согласитесь работать с ним. Потом откажетесь от сотрудничества, потому что я ему дам только одну возможность для мести. Я сдержу свое слово. По правде говоря, я вас не понял. Сабираке, я думаю о пользе для всех. Тимур хочет отомстить. Он нанесет вред всем вам, в первую очередь Умиду. Помогите мне. Надо, чтобы он пришел в себя. Я объясню вам все свои планы. Вы только не отказывайтесь. Договорились. Спасибо. Да, ты прав, сынок, но сегодня у меня нет времени. Наверное, сегодня я не могу встретиться с этим человеком. Тогда дайте документы мне. Я сам аннулирую сотрудничество. Я не хочу, чтобы появились проблемы, Умид. Нет, папа. Ничего не случится. Вы поверьте мне. Хорошо? Ладно. Я дам документы. Я свяжусь с ним и поговорю. Я скажу тебе, где и когда вы встретитесь. Хорошо, папа. Проследи за работой в компании. Хорошо. У меня есть другие дела. Теперь ты сам будешь руководить компанией. Хорошо, бабушка. Я прослежу. Хорошо. Не переживайте. Если появятся проблемы, сообщи мне. Хорошо. Аминь, Аллах Акбар. Ой. Ой, матушка забыла свой телефон. Ой, не беспокойтесь, я сама отнесу. Сами отнесете? Спасибо. Алло, я слушаю. Алло, Тимур, как ты? Ассаламу алейкум, сабраке. Валейкум ассалам. Тимур, у тебя есть сегодня время? Да, есть. Что случилось? Я хочу аннулировать наше сотрудничество с тобой. Что? Что вы говорите? Я аннулирую сотрудничество. Почему? Мне не подходит работать с тобой. Вы не имеете права на это. Имею право. В общем, тебе позвонят. Я тебе звоню, потому что ты должен поставить подпись на документах. Для этого ты должен встретиться с моим сыном. Я не хочу разрывать с вами сотрудничество. Тимур, это не зависит от твоих желаний. Сабраке! Сабраке, подождите! Алло! Черт побери! Вы не отделаетесь от меня так легко. Алло. Малика? Ассалам алейкум, мамочка. Валейкум ассалам. Как вы вчера доехали? Хорошо. Как чувствует себя свекровь? Ей намного лучше. Чтоб не сглазить. Можно поговорить с ней? Да, сейчас дам. Я не могла до нее дозвониться. Передаю трубку. Мамочка, моя мама. Ассалам алейкум, сваха. Как вы? Ассалам алейкум. Как ваше здоровье? Валейкум ассалам, хорошо. Все хорошо. Спасибо, да. Я слышала, что вам было плохо. Нет, я в порядке. Мне было немного плохо из-за погоды. Сейчас вам лучше? Лучше, не переживайте.
Мы не смогли пойти на ваш день рождения. Извините нас. Даже тех, кто пошел к вам, мы позвали обратно. Прошу прощения, сваха. Ничего страшного, все хорошо. Хорошо, будьте здоровы. Хорошо, что вы есть. Большое ладно, спасибо. Ладно, выздоравливайте. Передавайте привет домашним, спасибо. Мир вашему дому. Теперь ты будешь заботиться о Юлдос. Если что-нибудь будет нужно или появятся какие-нибудь проблемы, сообщаешь мне. Понятно. Ты сделал то, о чем я тебя просил. Надо быстрее вылечить Юлдус. Надо найти какого-нибудь надежного психолога или врача, чтобы время от времени наблюдал за Юлдус. В общем, не надо останавливать лечение. Я все сделаю, как вы сказали. Не переживайте. Я уже обо всем договорился. Очень хорошо. А, только... Офат ничего не должна знать о Юлдус. Об этом вы не беспокойтесь. Хорошо. А, кстати, ты подумал над предложением Офат? Что будем делать? Будем играть в мою игру или... Я подумал. И что? Я согласен играть в эту игру. Я буду на стороне справедливости. Это другое дело. Ты обрадовал меня. Идем. Сарвинос? Да, я. А ты ждала бабушку Офат? Мерзавка. Сарвинос? Как вы, мамочка? Хорошо, дочка, спасибо. Принести еще что-нибудь? Не обязательно, дочка. Я принесу ваши лекарства. Примите их. Спасибо, доченька. Малика? Да, мамочка. Почему вы грустная, дочка? Вы все еще думаете о вчерашних событиях? Ничего страшного, если ваша мама или сестра узнали о том, что вы не беременны. Вы первым долгом уделите внимание Умиджану. Доченька, постарайтесь понять друг друга. Забудьте о прошлом и живите спокойно. Вы знаете... Дочка, ненужные мысли портят жизнь человеку. Не знаю. Может быть, это и так. Вы знаете, мамочка, я думаю о многих вещах. Доченька... Дорогая моя, все, забудьте обо всем. Вы думаете о своем будущем, о семье, об Умиджане, о себе. Это будет лучше. Вы должны укрепить семью, дочка. Вот увидите, все, кто говорили о вас, будут только наблюдать за вами, как собаки. Вот увидите. Я вас поняла, мамочка. Я очень люблю вас, доченька. И еще одно хочу сказать вам. Малика, посмотрите мне в глаза. Только поймите меня правильно. Ребенок укрепляет семью. Он наполняет дом. Понимаете? Разве есть
счастья больше этого, доченька моя. Салам алейкум. Вот договор. Можно спокойно аннулировать этот договор. Здесь все написано. Нет никаких проблем. Не понял, почему не пришел сам Собраке? Я договаривался с ним. У моего отца есть и другая работа, кроме тебя. Ты поставь свою подпись. Какая разница? Распишись в документе. И все закончится. Я не хочу разрывать сотрудничество. Братишка, я что, говорил все это в пустоту, что ли, а? Тимур, я знаю твои намерения. Почему ты хочешь враждовать с нами? Что я сделал тебе плохого? Ты сам виноват во всем. Давай остановим. Да вы что? Если вы думаете, что вы не сделали ничего плохого, то что будет, если вы сделаете что-то плохое? Распишись в договоре. Иначе мы и без тебя можем расторгнуть договор. Тогда ты лишишься денег, которые ты вложил в дело. Все по закону. Соглашайся, и все закончится. Хорошо. Вот и все. Но это не значит, что все закончилось. Тимур, у меня к тебе нет никаких претензий. А в том несчастном случае виноват ты сам. Прекрати враждовать со мной. Я был бы рад, если бы ты ходил подальше от моей семьи. Будь здоров. Черт побери. Еще ничего не закончилось. Все только начинается. Разве ты человек? Я считала тебя своей подругой, а ты, оказывается, змея в облике человека. Сарвинос, что ты говоришь? Ты неправильно поняла. Я это... Заткнись! Перестань врать! Я только теперь поняла твои замыслы. Значит, ты с самого начала завидовала моему счастью, да? Но почему, Нургуль? За что? Что плохого я тебе сделала? Это я написала тебе сообщение с телефона бабушки. Чтобы ты не придумала еще какую-нибудь гадость. Я только теперь увидела твое настоящее лицо. Сарвинос, не говори так, я ведь твоя подруга. Ты опять повторяешь? Неужели у тебя нет ни капли совести? Оказывается, правда, что никто не может быть близким для человека, кроме твоих родителей. Теперь выслушай меня. Если ты все поняла. Да, я так поступила. Я не могла видеть твое счастье. Все говорили, Сарвинос
отличница. Нургуль, учись у нее. Сарвинос самая воспитанная. Нургуль, учись у нее. Будь похожей на свою подругу. Все, что ты хотела, было тебе. А я? А? Я для того, чтобы утром позавтракать я работала на базаре. Ты знаешь, сколько я трудилась. Это я заслуживаю счастья. Удача всегда улыбается только таким, как ты, богачам. Почему все должно быть для тебя, а? Почему те, которые достойны счастья, остаются позади? Ты что говоришь, Нургуль? В чем моя вина? В том, что я родилась в бедной семье? Ты считаешь себя белоручкой, да? Все должны плясать вокруг тебя, да? Если ты считала меня своей подругой, ты хоть раз спросила у меня, Нургуль, что ты ела? Ты сыта или нет? Ты хоть раз спросила? Нет, не спросила. Ты даже не знала, как прошло мое детство. Конечно, разве сытому надо знать, каково живется голодному? В день свадьбы ты сбежала. Даже тогда отец спросил тебя. Шахзотакя умит. Все бегают за тобой. Все уважают тебя. Любят. Почему? Почему? Почему меня никто не любит, Сарвинос? Почему? Неужели я не имею права быть любимой? Ведь я тоже человек, а? Ты не имеешь права говорить мне о дружбе. Поняла? Ты мне не подруга. Я совершил ошибку. Черт, черт! Я все равно не должен останавливаться.